Как только у нас завязываются новые отношения, нам, конечно же, хочется все сделать правильно, чтобы эти отношения переросли во что-то большее, а не закончились на самом интересном месте. Отменила все планы, отменила планы с подружками. Ну что, удиви меня, давай. Слушай, так, завтра мы идем в кино. Пишите ему, звоните, создавайте пространство для подвига и... Меня зовут Ольга Штерн, я психолог, сексолог и основательница школы обольщения гейша. И сегодня как раз хочу с вами на эту тему поговорить, что следует делать в начале отношений и что не следует делать в начале отношений. А если вы хотите получать полезные, важные видео не только в области отношений, но также и в области интимных отношений, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. И если вы в описанных примерах узнаете себя, обязательно делитесь в комментариях, либо расскажите о своих смешных и не очень смешных историях в начале отношений. Будет очень любопытно об этом узнать. Очень много существует вещей, которые очень многие специалисты советуют, но самый главный совет, который я хотела бы дать девушке стартующей и начинающей какие-то новые отношения, это не притворяться, быть кем-то другим, кем ты не являешься. А с чем я периодически сталкиваюсь на консультациях? Девушка, услышав, что мужчина любит девушек, которые готовят много, часто, вкусно и так далее, рассказывает, что они, ох, какие кулинарные мастерицы, и что они на завтрак готовят 8 блюд, на обед 9, а ужин вообще все 20 блюд, хотя на самом деле больше бутерброда они никогда не готовили и вообще считают, что лучше есть в ресторане. Не нужно в начале отношений притворяться и делать какие-то вещи, которые вам не свойственны, потому что рано или поздно вам придется сбросить эту маску и показать мужчине, что вы не очень уверены, как пельмени это варить, потому что их в кипящую воду закидывать или в холодную воду, а солить их, или они уже соленые, да, то есть будет не вязаться тот образ, который вы придумаете, который вы транслируете, с тем, что на самом деле вы себя представляете. И, конечно, мы ищем очень много готовых рецептов, как это должно выглядеть, то есть делай раз, делай два, делай три, но отношения — это, к сожалению или к счастью, вовсе не математика, и нет каких-то однозначных советов, но есть общие рекомендации, которые, кроме озвученной, я с вами еще хочу поделиться. Очень часто возникает следующая ошибка в отношениях, когда вся жизнь женщины с самого начала сосредоточена вокруг мужчины, и вот у них там что-то завязалось, и она сидит перед телефоном и ждет: боже, когда же мне Петя Вася позвонит? Ну когда же, и как только он звонит, она сразу берет трубку, сразу отвечает на сообщение, и отвечает в 10 раз больше, чем он написал ей. И очень важно в любом случае, и когда у вас отношения продолжаются, и когда они только начинаются, чтобы у вас, кроме мужчины, была какая-то ваша жизнь, которую вы живете для себя, когда вы занимаетесь своими хобби, когда у вас есть какие-то интересы, кроме того, как зарканить мужчину, и кроме того, как женить этого несчастного на себе. Потому что, ну, это звучит очень печально, когда главный смысл женщины вертится только вокруг одного человека. Это не значит, что он не должен быть значимым, это не значит, что он должен быть где-то там 48-й по приоритетам, но очень важно в начале отношений в том числе не ставить мужчину во главу пьедестала, чтобы отменила все планы, отменила планы с подружками, отменила свои курсы по вышивке и макраме и пошла на свидание, потому что, ну что же, как же, он же меня же не дождется, если я вот прямо сейчас не побегу с ним взаимодействовать. А, кстати, посмотреть уроки по искусству любви вы можете на нашем официальном сайте. Для этого нажмите сюда, и вы попадете на наш сайт, где вам нужно будет ввести ваш правильный имейл, потому что именно на него придет доступ в ваш личный кабинет, где вы сможете посмотреть очень полезные и очень вкусные уроки, которые добавят страсти в ваши отношения. Но вернемся к нашей теме. Следующий блок касается инициативы. Я очень часто слышу такие советы: ждите, пока мужчина проявит инициативу сам, либо наоборот, советы противоположные: пишите ему, звоните, создавайте пространство для подвига, и пусть мужчина и пассивен, но мы своими действиями, намеками затащим его в сети.
На мой взгляд, в данном деле очень важно соблюдать баланс и не действовать, исходя из маразма и фанатизма. То есть, когда женщина ничего не делает, когда она такая, в такой позиции, ну что, удиви меня, давай. Да, понятное дело, что мужчина здесь не шибко обрадуется, и очень сложно вообще, в принципе, с таким настроем взаимодействовать, и очень сложно стараться, когда женщина такой с позиции высокомерия как-то пытается в отношениях вступать. Здесь важно соблюдать баланс именно с инициативой и отсутствием ее. Когда, например, вы можете просто сказать: слушай, хотелось бы в кино, и смотреть, насколько он слышит или не слышит то, что вам хочется в кино, а не говорить: слушай, так, завтра мы идем в кино, послезавтра на каток, потом мы идем целовать слоника, а потом еще что-нибудь будем делать. Да? Здесь можно создать, вот как я сказала, пространство для подвига, и уже исходя из этого по-разному взаимодействовать. Касаемо инициативы, я тоже немножечко об этом рассказывала. Очень странно звучит и очень странно выглядит, когда женщина всегда готова встретиться. Когда он только позвонил: готова ты будешь через 10 минут выйти ко мне навстречу? Она говорит: да. Готова ли ты завтра? Да. Готова ли ты через 3 дня? Да. Готова ли ты через 3 месяца? Да. Да, и на все да. И это опять же противоречит тому, что у вас есть какая-то своя жизнь и какие-то интересы. И на самом деле большинству мужчин, если он адекватный мужчина, нравятся все-таки женщины, которые и ценят себя, и ценят свое личное время, и ценят свое личное пространство. И не забывайте, повторюсь, про любовь к себе и про то, что в принципе вы можете сотворить. Как я уже говорила, нет каких-то универсальных советов. Главное, продолжайте жить активной жизнью, не ставьте сразу мужчину во главу угла и не влюбляйтесь сразу же и не вверяйте себя сразу после первого свидания мужчине, не фантазируйте о том, как будут звать ваших детей после того, как он вам случайно улыбнулся в Старбаксе по непониманию скорости вашей фантазии. Не стоит придумывать сразу счастливое будущее после одной встречи, это все абсолютно точно лишнее. Не притворяйтесь, будьте собой, и я уверена, так или иначе, ваши отношения обязательно сложатся. А если вы хотите и дальше получать вкусные, полезные и важные видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, а также смотрите другие видео, которые увидите на экране прямо сейчас.